я довольна. Сегодня исполняется 4 года, как Саратовская область перешла на новый часовой формат, то есть на час вперед от Москвы. Мы обратились к горожанам и узнали их мнение о переводе часов 4 года назад. У нас больше проблем, более важных, чем это вот, час больше, час меньше, я так думаю. Меня устраивало московское время. Ну, было удобное расписание авиа и железнодорожного сообщения. Телевизионные программы, не знаю, ну как-то привыкли. Московское время, не, тем более так недалеко от Москвы. Отрицательно. Утром очень темно, вечером тоже очень темно. Мы привыкли, мы не замечаем это. Все равно мне сейчас не до этого. Светлеет вовремя, темнеет вовремя. А как-то по-московски водить ребенка, допустим, в садик или в школу опять же идти по темноте, не очень. Ну, я отрицательно. Мне был удобнее прежний формат. Ну что, перевели, потому что утром рано встаешь. Темно на улице. Я утром выхожу рано на работу. Просыпаешься в 3:30 от того, что солнце светит. Вот. А теперь знаем, что не 3:30, а уже 4:30. Я отрицательно. Настолько путаешься. Я считаю, нам нужно московское время. Да, наверное, уже привыкли к этому времени. Нет, вот сейчас нормально. Надо географически, чтобы время было такое на час от Москвы.